В Стокгольме начало работу посольство Беларуси в Швеции. Официальная церемония открытия нашего диппредставительства в королевстве состоялась накануне при участии замминистра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко и госсекретаря МИД Швеции по вопросам ЕС и торговли Оскара Стюнстрёма. Также прошли белорусско-шведские межмидовские консультации, в ходе которых стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая перспективы развития сотрудничества и углубления диалога по линии Беларуси-ЕС, а также подготовку к саммиту «Восточное партнерство», который пройдет 24 ноября в Брюсселе. Напомню, наша страна не имела своего посольства в Швеции с конца августа 2012 года.